Итак, всем привет. Продолжим. Итак, у нас вопрос 143. Предыдущий вопрос у нас разбиралась биомеханика лыжной техники на буграх. Это было продолжение длинной темы с названием «Вот лыж». Значит, как уже было сказано, сначала напомним суть вопроса предыдущих тем. Значит, речь шла о том, что вот лыж бывает разных типов, но сама суть, она всегда сохраняется и называется вот лыж. В данном случае, значит, мы видим, как, скажем так, лыжи, ну а конкретно колени и другие, значит, части тела, специально не договариваю, смотрите видео, были введены сначала вверх. Вот, и затем начинает происходить ввод лыж в так называемое место лендинг, это приземление. Вот, об этом, вот эти вот место приземления, лендинг, куда вводятся лыжи в момент приземления, можно обозначить здесь синим цветом. Вот, но сейчас не об этом. Сейчас мы, некоторые могут подумать, ну, как это, что все это ерунда, или там, окей, понятно, там, бугры, там, я вот спортсмен, там, 50 раз, 30 раз, там, 150 раз спортсмена, мне это все не нужно. Вот, и, собственно говоря, вот в этом видео сейчас покажу, что на самом деле это все одно и то же, что все это один и тот же вот лыж. Итак, вот возьмем слалом для примера. Значит, надо сказать, что слаломе эта тема так и называется виртуальный бугор. Вот это стандартное понятие. И вот посмотрим, как оно отрабатывается. Значит, помните, на бугор, когда мы заезжаем, значит, колени у нас уходят вверх, мы их буквально подтягиваем в направлении от себя, то есть вверх и в направлении от себя. Это так примерно выглядит. Вот, и они, как бы, чтобы они очень хорошо проехали буквально вперед нас за бугор. Дальше мы можем их еще больше потянуть, и у нас получится тогда уже прыжок. Теперь посмотрим, где этот элемент, где у нас этот виртуальный бугор в слаломе. Вот у нас начинается виртуальный бугор сейчас. Вот мы начинаем подтягивать. Носы лыж начинают, видите, отрываться от снега. Сейчас я здесь побольше сделаю. Вот, и сначала включу. Так-с. Вот. Вот у нас начинается виртуальный бугор. То есть мы предполагаем, что вот здесь, вот в этой части у нас какой-то бугор начинается. Сейчас я подрисую, чтобы было понятно. Да, то есть у нас, условно говоря, бугор как будто бы... Потолще возьмем. Условно, бугор как будто бы... Ну, не знаю, ладно. Окей, нарисую вот так. Не совсем это соответствует, как бы, да, но идея в том, что вот эти часть лыж у нас начинают подниматься. Это как бы конкретно визуально видно. Вот они, да, поднимаются. Вот, соответственно, здесь у нас, вот у нас колени. Эта часть у нас, да? Значит, начинает сгибаться и проталкивается вперед себя. Проталкивается вперед себя эта часть на бугор. На бугор, за бугор. Значит, у нас, вот я здесь подрисую и потом включу еще раз видео. Зеленым цветом я подрисовываю бугор. Вот мы, условно говоря, как будто бы залетаем за бугор. Да, то есть это у нас сейчас сошлюсь, как будто бы мы здесь за бугор залетаем. Более понятно будет вот. Как будто бы вот у нас бугор, мы его залетаем, и вот мы перелетаем дальше на лендинг. И теперь мы смотрим, что у нас это в слаломе. Вот у нас за бугор, дальше у нас фактически уже начинается лендинг в воздухе, вот,
и пошло приземление. Ну-ка. Вот оно. Вот оно. Вот он пошел. Вот. Вот. Так, так. Немножко дрифа. Здесь только что было видно, как мы выставляем новую наш outside ski. В данном случае это лыжа, которая дальше от нас. На горе она еще. Но она уже отстала. Итак, немножко я включу заново. Смотрим, так, заезжаем на бугор. Пошли наверх. За него. Вот колени, смотрим. Продолжаем. Вот. Пятка в бок. Вот лендинг. Сейчас пятка в бок. Больше, чтобы кант носок. Подрезаем. Приземлились. Бедра, двойная закантовка, колени, вот, ушли. Дальше опять начинается новый бугор, виртуальный так называемый. Опять вверх, проводим вперед от себя. Проводка дальше, то есть вот дальше, она же проводка. И здесь опять приземлились, опять тазобедренная, двойная закантовка, и опять ушли. Значит, мы уходим, потому что там начинается эффект отражения после двойной, так называемой, закантовки. Начинается эффект отражения одновременно. Мы как бы и получаем эффект значит, отражения от самого склона, и одновременно начинаем некое распрямление вверх. Но оно не вверх, оно в направлении вниз в долину, в направлении нового поворота. Это в действительности такое как бы поступательное распрямление. То есть это распрямление не вверх, строго вверх, а вверх вниз, можно так сказать. То есть вверх в долину. То есть вверх визуально тут видно, но в действительности распрямляемся мы вниз. Вот опять виртуальный бугор. Опять вот пошел. Опять на эту. Вот. Заводим. Раз. Двойная. Вот это уже двойная. Отклик. Дальше вот. Значит, надо сказать, что всегда привязка, значит, к точке привязки находится в голове непосредственно. Это видно, потому что вся система здесь, она динамична, в смысле, она действует. Вот, голова абсолютно стабильна. Давайте посмотрим еще раз. И вот-вот пошла двойная закантовка. Вот она. И включим еще раз это видео. Смотрим на голову теперь. Насколько стабильна голова. Значит, все относительно нее. Она у нас относительно точки привязки. Вообще сюда не смотрим сейчас, смотрим только на голову. И вот она сейчас останется на месте. И все поедет, внизу все поедет. Смотрим, вот. Здесь вот фокус внимания на эту руку. Голова стоит на месте. Заезжает, это некоторые могут называть пропуском лыж, но если будет точно, это ввод лыж, потому что здесь у нас ввод вместо нового лендинг, место приземления. То есть вот эти у нас места, бугры, они здесь обозначены синим. Это вот этот вот блок, Ишгель Майнхофен блокспот. К чему это все? Я к тому, что слалом разучивается на буграх. Проводка лыж подобного типа разучивается на буграх. То есть, если человек в прямом смысле слова ставит слалом, значит, слаломные вешки прямо так вот, прямо по буграм. Вот. В противном случае, никогда толково, вы потратите массу времени, надо оперировать годами. У вас нет времени и нету столько лет, и не столько, и нет денег учиться чему-то подобному в трассе, не разучивая это на буграх. Значит, правильно учиться это именно изучая принципы, которые разучиваются на буграх, то есть лендинг, приземление, для того, чтобы вы могли приземляться где угодно, как угодно, за вешкой. За вешкой это получается за бугром в том месте, в котором вы хотите. Таков принцип.
Итак, еще раз всех с Пасхой, католиков с католической и православных с православной, с наступающей. Вот, ну, в общем-то, все сказал, все показал, всем успехов. Приезжайте в Австрию. Сайт omegaski.com. Записываться можно по телефону мобильный плюс 43 6 7 6 7 43 6 009, вайбер, ватсап, пишите, звоните. Всем успехов, пока-пока.